Каждый вторник и пятницу смотрите новости на канале 16.12. Единственный канал Казахстана без цензуры Назарбаева. В следующем выпуске мы говорим о таком. Назарбаев стал фигурантом громкого уголовного дела об убийстве журналиста и политика Сарсенбаева. Сможет ли президентский иммунитет защитить Ниелбасы от тюрьмы? Выдвижение кандидатов на пост главы государства завершилось. Кто станет фоном во время передачи власти слуге Назарбаева? От правды не убежишь. Как алматинская молодежь требовала провести в Казахстане честные выборы? Не допустим мебельного президента в кресле. 1 мая мы выходим, чтобы заявить, что Нур-Султан не наша столица, а Токаев не наш президент.